Приветствую вас, дорогие зрители, на канале Михалыч Топик Геймс. И вот такая вот рубрика прохождения рейдеров на канале подписчиков все больше и больше набирает оборота. Мне ВКонтакте пишут люди, которые тоже хотят дать мне аккаунт, чтобы я прошел им рейдеров. И вот, ребят, это сегодня очередной подписчик. Вот его ник Лизун Сосун, судя по этому значку, это уже не первый его рейд. Что, какие требования к прохождению райдеров? Нужно минимум два топора, также чтобы было два оружия с глушителем. И в принципе все, и пройденное задание райдеров. Я с удовольствием сниму вот такой вот подобный видосик, как я прохожу райдеров. Итак, репутация 3, не особо таки большая. Это, наверное, где-то пару раз. Или, может быть, просто не делился пару раз. Или плохо делился с райдерами, что репутация так плохо выросла. Завершаем мы это все дело. И давайте обратимся к лекарю. Что лекарь нам скажет? Лекаря у нас есть. Ага. Энергию. Опыт. Ну, тут 99 левел. Урок. Ага. Ну, в принципе, этого мы ничего брать не будем. У нас есть топоры. И мы отправляемся, ребят. Отправляемся. На чопере, кстати, чопер уже есть, на чопере райдить. Вот, у нас даже привал в дороге выпал, но у нас сегодня не видео о привале, а вот Макоджанко. Вот это база выжившего, отправляемся на эту базу. Будем использовать энергию, чтобы не сильно портить топливо. Топливо все-таки пригодится, я думаю, в игре, в дальнейшем выживании. Итак, Макоджанко. Готовься, готовься. Я надеюсь, что там не будет много этих стен и нам просто-напросто попадется изи лут. Как всегда, я надеюсь на это. Тем более 3 рейтинга, я думаю, не особо таки большой прогресс в достижении. И база должна быть не особо крутая. Хотя всегда бывает по-разному. Итак, я был прав. Тут просто ящики, изи лут. Топоры можно было и не брать. Давайте попробуем открыть первый ящик. Это доски. Ну, давайте возьмем хоть доски. Я не знаю, это, конечно, тоже не особо крутой лут, но если найдем что-то покруче, сразу же поменяем. Следующий ящик открываем, и тут у нас, ну, известняк, я думаю, мы брать не будем, потому что известняк даже на зеленой локации просто простейшим образом добывается. Так, следующий, что у нас есть, это 5 вяленого мяса. Есть мы его не будем, но возьмем на всякий случай с собой. Итак, есть. И что? Открываем следующий ящик и попробуем посмотреть, что будет в следующем ящике. О, вот это уже что-то, ребят. Это уже можно будет немножечко забрать и компот. Хотя компот тоже не особо долго таки крафтится. И... так, и вот эту аптечку большую тоже возьмем с собой. Ну, повторюсь, если найдем что-то покруче, сразу же поменяем. Итак, еще еда, ребят, еще еда, еще аптечки. Вот такой вот лут. Ну, еда, в принципе, быстро делается, но кто же хочет отказаться от халявы, которая просто попадается на базе выжившего, хотя лут здесь... может быть и вообще и похуже. Давайте возьмем 20 проводов. Так, прибежали очередные зомби. Я что-то вижу, что шум поднимается довольно-таки сильно, ребят. С чем связан поднятие шума, не знаю. Ну, быть может, это я ошибаюсь. По-моему, такой ящик 1,5 ячейки должен давать шума. О, вот. Вот это уже железные слитки. Это уже что-то. И давайте заберем стальную пластину. И вот так вот. Вот вместо мяса. Мясо мы давай подъедим. Хотя вот так. Еще, я думаю, 3 ящика как минимум можно будет открыть. Гвозди и кожа. Кожа уже намного тяжелее добывается, потому что, ну, как
оленчиков нужно гонять, или же волков серых на зеленых локациях. Давайте возьмем кожи немножко. Но это чисто для поддержания. О, так, ну что здесь? Ключ один. В принципе, смотрите, как часто начали прибегать зомби. Чё это? Походу, после обновления все-таки подняли шум при открывании ящиков. Ну, хотя это только мои, это мои догадочки. Так, что в следующем ящике? Полностью целые ботиночки. Это мы можем взять. Целую шапку тоже можем взять, да? Хотя эта шапка намного хуже, чем то, что у нас была, но она зато целая. О, вот это уже на что-то похоже. Я думаю, нужно будет вот так вот это все поменять. Этим разрушителям тоже можно будет нанести еще урона, но он же полностью убитый. Давайте тогда часть лута отнесем. Как раз на все ящики хватит у нас. Так, откуда я пришел? Пришел я, по-моему, снизу. На все ящики у нас хватит шкалы шума, и мы откроем их все. Увидим весь лут, который был здесь на базе. Освободим себе 4 ячейки. Блин, ну, вот так вот давайте. Это точно мы будем брать с собой. То есть здесь было вот так. Вот это. Давайте иглоки возьмем и вот эту плюшку. Мясо можно уничтожить. Шум не поднимается. Итак, это очередной ящичек с оружием. Фух, еще есть у меня шкала шума. Не максимально поднялась. Компотик вот этот мы оставим. Наверное, доски оставим. И компот. Компот что? Он восстановляет просто жажду, да? Давайте уничтожим несколько алюминиевых кружек компота. 20 кружек компота выпить. Это можно, конечно, и лопнуть. Так. Пометим территорию. Открываем. Здесь ничего нет. Ну вот такая вот база у пройду выжившего, как противником его не назовешь. Ну, не знаю, насколько, конечно, выгодно я залутался, но я думаю, что это оптимальный вариант, что можно было взять и вынести с этой базы. А вам, ребят, спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Сегодня я рейдил базу Макфол Джанко. Канала, который называется... Не с канала, а с аккаунта, который называется Лизун Сосун. Всем пока. Так, ребят, я немножечко забыл про то, что это не антирейд, а рейд базы. И мне нужно делиться как-то с моими рейдерами. Решил доснять видосик, в котором я покажу, что я именно отдал нашим рейдерам. Поэтому, блин, я выложил часть лута. Сейчас мы его обратно подберем. Куда я здесь выложил? Вот он. И я думаю, что вот эти пластины потянут как неплохое вознаграждение за те труды, которые дали нам рейдеры. Кстати, теперь у нас должно быть два черепка, да? Да, два черепка. Шанс у нас за рейдер увеличивается. Итак, похоже на правду. Ну, давай посмотрим. И 10 тебе тоже на правду похоже. На вот 5 не похоже. Поэтому мы дадим тебе 7. И я думаю, что доволен будешь и ты, и мы. Вот так, вот такая вот справедливая дележка прошлась у нас с рейдерами. Они же металлические железные пластины примут как неплохое вознаграждение за то, что они дали нам наводочку на базу выжившего. Теперь что? Теперь ждем, конечно, пока зарейдят, когда зарейдят нашу базу.
и будем пробовать какие-то стены отстраивать. А теперь хотел бы попрощаться, закончить видео еще раз, ребят. Не забывайте все-таки поставить лайкосик под этим видео. Всем пока еще раз.